Эта территория на улице Чкалова буквально создана заново. Стало это возможно благодаря национальному проекту «Комфортная городская среда», который реализуется в городе уже 5 лет. За это время в Иксе появилось 9 общественных пространств. Работа по благоустройству этой дворовой территории стартовала в мае текущего года. Буквально за пару месяцев заброшенный участок, заваленный мусором, превратился в современный комфортный уголок. Сегодня мы предварительно объект смотрели вместе с жителями, с подрядчиками на предмет, что нужно сделать и как сделать. Возникло очень много вопросов. Времени вопросы будут решены, а неполадки устранены. Но жители уже довольны тем, что получается. Благоустройство двора, во-первых, мы очень долго ждали и, конечно, очень обрадовались, что мы попали в эту программу. А сейчас просто загляденье и надеемся на то, что наши дети теперь будут культурно отдыхать на этой площадке. Спасибо всем, кто принимал в этом участие. Спасибо и строителям, и организаторам, и те, кто заботился о том, потому что эта площадка была запущена уже много-много лет, и мы очень долго добивались благоустройства. Все здорово. Раньше здесь вообще ничего не было. Сейчас я вообще доволен, ну как бы даже не ожидал, что здесь можно, возможно, будет такая площадка. Новое общественное пространство вмещает в себя 3 спортивные зоны для активного отдыха, площадки для мини-футбола, воркаута и стрипбола. И уже сейчас жители ближайших районов могут прийти сюда и провести свои выходные с пользой. Напомним, что в 2020 году за благоустройство данной территории проголосовали почти 1300 человек. Дарья Симакова, Александр Евсюков, ВИКСА ТВ.